Моя несбывшаяся любовь. Ма монами. Если бы мы жили с тобой в церемонном 16 веке, где белые рыцари скачут на черных лошадях по желтому песку, где окруженные дамы шествуют в кринолинах, подпрыгивая от ветра, в том чопорном веке я бы приехал к тебе в карете на белых лошадях, кричащих «Иго-го!». Я бы мчал к тебе и пел, колотя в прохожих золотой саблей. Или нет? Ночь, тишина. Ты спишь, раскинувшись на подушках. Но на рассвете тебя будет деликатное жжение. Под окном горцует лошадь, и на ней я. Бессменный участник всех войн между педальгами и кабалерами. Потертый сюртук, серебряное седло, три ноги на двоих. Ты скажешь «Входи», и лошадь шагнет вперед. Из моего горла вырвется боевой клич, с которым встречали смерть сарацины. Я войду в гостиную, стуча сапогами среди бледных асфаделей и оставляя на коврах два пореза от шпор. Я подойду к тебе и отшвырну ногой баллонку. «Варвар!» – прошепчешь ты в восхищении. «Это черная перевязь на руке. Ты ранен?» Искорка страха в глазах. А я улыбаюсь. Я старый солдат, Паша. Тяжело носить руку на весу, в которой 18 пуль. Мы сядем с тобой на синюю кушетку в гостиной. Я преподнесу тебе в дар украшение египетской принцессы. 27 колец для запястья. Ты спросил меня, сколько у той принцессы было запястья? А про себя бы подумала. Что ты сделал с принцессой, варвар? Но в ответ нового вопроса я бы только улыбался. Осторожный бой часов. Какой милый, добрый, церемонный век. Я звоню в серебряный колокольчик, и лакей в парике приносит подогретый коньяк, помешивая его ложечкой. Нет, подожди, не бесись. Слушай. Ты рассказываешь мне все новости за 10 лет, перечисляя любовные связи и рисуя диаграммы в трудных случаях. А я медленно смакую коньяк, пропитываясь им как губка. Как ты жил? Я жил в битвах. Я мог умереть 8 раз. Ой, ну да, только один. Коньяк заливает мои глаза, из них уходит холод аравийских пустынь. И сиреневый огонь в камине. Не бесись. Я еще не закончил. Потом скрипнет дверь, прошелестит ковер, и твоя заколка упадет на пол. Я подниму ее, но уже будет поздно возвращать ее на место. Шуршание ковра и твой смех, проходящий сквозь все интонации, от «как вы неловки» до «вообще-то я не собиралась». А потом на землю опустится синий вечер, и многократно измусоленный писателями огонь в камине мигнет и погаснет лишённый поленье. Догорят свечи, и ты уедешь в своей карете. Я буду долго смотреть тебе вслед, сжимая фес сабли, как горло врага. Потому что я готов отдать за тебя жизнь. И люблю тебе потакать. И если бы ты захотела пурпурную розу Каира, я бы поехал в Каир, вернулся обратно, купил на базаре розу и отдал бы тебе. Но понимаешь, Бонами, даже в 16 веке кавалеры не искали даму карет, потому что дамы имели свою. Я готов отдать за тебя жизнь, хочешь на. Но уже 2 часа ночи, и мы стоим с тобой на остановке такси, и моя логика проста. Если у дамы нет машины, то я все равно хочу спать.
А теперь ты можешь злиться, потому что я ухожу. Au revoir.